Всем привет! Ну что ж, ребят, прошло уже 2 месяца с моего первого видео, где я проверял трум-трум лайфхаки. И вы меня очень просили в комментариях, чтобы я проверил также сливки шоу лайфхаки. И именно из-за того, что вы так сильно хотели, чтобы я сделал еще одно видео с проверкой лайфхаков, я сделаю его. Только поэтому. Но, правда, чувствую, что это будет мое последнее видео с проверками лайфхаков. Потому что после предыдущего я чуть не спалил свою квартиру. Оставил сраный термопистолет. Ладно, я знаю, что рассказываю вам эту историю, наверное, в каждом видео. Но те, кто не слышал, я после видео, где проверял лайфхаки трум-трум, да, оставил сраный термопистолет включенным на пару дней у себя в квартире. Надеюсь, сливки шоу более ответственно и безопасно подходят к своим лайфхакам. Потому что они должны учитывать, что их лайфхаки могут повторить такие рукожопы, как я. Окей? Сливки шоу! Да, кстати, единственный рисунок из 3, который у меня не упал, это сливки шоу. Ну ничего, сливки шоу, ты упадешь после этого видео. И да, если в случае с лайфхаками от Трум-Трум я пытался открыть вам глаза на все их картинки и почему там повсюду открывающиеся рты, то по поводу сливки шоу я тоже открою вам одну правду. Оставайтесь со мной до конца этого видео, чтобы знать всю правду о коте Куки. Почему именно он является лицом канала сливки шоу? Честно, хер его знает, но что-нибудь придумаю по ходу видео. Итак, вчера целый день я смотрел только сливки шоу, пытался найти лайфхаки для этого видео. Вы бы знали, в каком состоянии я находился под конец дня. Возьмите пластиковую крышку и сделайте 2 надреза под углом, потом это... Не хочется плакать, не хочется стучать. Я правда чуть не сошел с ума. Да. Итак, первый лайфхак с видео 10 лайфхаков, которые упростят вашу жизнь. У некоторых людей жизнь гораздо упростится, когда у них появятся мозги. Но это не мой случай, поэтому сейчас мы будем проверять лайфхаки. Если к вашей одежде прицепилась жвачка, вам понадобится обычный лед. Просто натирайте им жвачку до тех пор, пока она максимально не остынет, а ткань не пропитается водой. После чего жвачка сама начнет отставать от ткани, и ее удаление не составит практически никакого труда. Ну что ж, на самом деле лайфхак интересный. И вот что мне нравится, большинство лайфхаков от сливки шоу спокойно можно применить в домашних условиях. Трум-трум, возьмите на заметку. И не заставляйте меня покупать банку с протеином за 3000 в следующий раз, чтобы сделать огромное ведерко с фантой, окей? Я, конечно, понимаю, что я выгляжу как качок, наверное. Но это не значит, что у меня есть протеин. Закончился. Я попытался спеть в то время, как рыгнул. Блин, не получилось, ну ладно. Сначала я хотел проверить этот лайфхак вот на вот этих летних шортах, но потом подумал, я что, пуси? Как бы да, но все-таки интереснее было бы посмотреть... Если бы проверил этот лайфхак на джинсах, которые я ношу в данный момент. Итак, жвачка. Я уже чуть не убил этот сраный лайфхак и чуть не подавился жвачкой. Так, следующее, что нам понадобится, это лед. Надеюсь, он у меня есть, потому что если его нет, это будет жопа, понимаете? Итак, представим, что я рукожоп. Представим, что я прилепил жвачку себе на джинсы и вот так вот, не замечая, размазал руками по всем джинсам. Сливки шоу, если это говно не сработает, я кастрирую твоего кота. Оно не прилипает, твою мать. Попробуем другую жвачку. О, да, с этой сработает, она мне даже к рукам липнет. О боже, если это не сработает, сливки шоу, я уже сказал, что я сделаю, пострадает не только кот, но и сам хозяин. Кастрируют. Смотрите, посмотрите на это, твою мать. Теперь это просто так отсюда не уберешь. А, фак! Окей, берем лед. Фак, у меня будет колено мокрое все. Мне одному интересно, как она так ровно попала на телефон. Dude Perfect, я жду вашего приглашения. Мы заодно тут тестируем водонепроницаемость нового айфона, да? Окей. Ну, я хочу сказать, что вроде как она проще стала убираться. Пока что не идеально. Я весь теку, твою мать. Короче, вроде как получилось. Не идеально. Остатки жвачки тут все-таки есть немного. Поэтому лайфхак... Как я сейчас сказал? Лайфхак, лайфхак, лайфхак. Окей, мне уже плохо. Ну что ж, плюс лайфхака. Он все-таки работает. Минус лайфхака. Вы будете ходить по улице с пятном на колене.
как... Чокнутая сука! Тем не менее, это хотя бы похоже на лайфхак, потому что лайфхаки трум-трум, я не знаю, для кого они сделали. Инопланетяне пока что еще не оккупировали нашу землю, поэтому... я не знаю. Ну что ж, а следующий лайфхак? Я не знаю, почему я продолжаю говорить слово лайфхак, видимо, мне нужна помощь. О, да! Я хочу его проверить. Зачем пользоваться всякими сервисами наподобие всемайки и прочая херня.ру, когда можно сделать так? Теперь возьмите старую хлопковую футболку и вырежьте из бумаги какой-то трафарет. Дальше надо взять обычный отбеливатель и залить его в распылитель. Теперь делаем несколько пшиков жидкости на трафарет, и мы получаем прикольную пчелку на нашей футболке. Ну знаете, это хотя бы хоть как-то интересно, в отличие от... Сделай себе огромное ведерко и налепи на него распечатанный логотип Фанты, налей туда Фанту, накрой все фольгой, и у тебя будет огромное ведерко Фанты, из которого ты не сможешь пить, потому что только что купил его из магазина, оно грязное, как твоя жопа. Извините, я 100 раз уже упомянул в этом видео лайфхаки трум-трум, но просто травма была тяжелая. У меня есть вот такая вот старая футболка, которую я уже не ношу, но здесь спереди есть принт, сзади нету, поэтому будем делать наш собственный принт сзади. В любом случае, я вряд ли ее буду носить. Хотя нет, я буду ее носить. Ха, это ж я. Ну, приветик. А, ну что ж, ребят, я нашел ножик. О, я знаю, я попробую вырезать лицо Оливии. Не просто вырезать лицо Оливии, а вырезать его в форме трафарета. Но первое тоже было бы неплохо. Ау! О, господи! Очень ироничный палец я выбрал, чтобы порезаться. Оу, щит, только посмотрите на это. Вот что у меня получилось. Это Оливия. Похоже? Мне кажется, я только что создал свой будущий мерч. Ладно, допустим, трафарет готов. Что дальше? Итак, дальше нужно залить отбеливатель в распылитель. Я нашел какой-то самый дешевый отбеливатель. Сияющая белизна, эффективность против пятен и прочий булшит. Все это в этом средстве. Окей, мерч от Брайан Мапса уже в пути. Ну что ж, ребят, вы готовы? Теперь делаем несколько пшиков жидкости. Делаем несколько пшиков. Несколько. Окей, я сделал. Фу! Как же это воняет этим сраным отбеливателем? Теперь делаем несколько пшиков жидкости. Твою мать. Он сказал несколько пшиков жидкости. А я сделал немножечко больше, чем несколько. Окей, прошло уже 15 минут. И первое, что заметил, это то, что... изменился цвет именно у картона. Ой, стоп. Что? Какого? Чёртов слип! Да, наверное, я сейчас очень страшно выглядел. Ладно, я не буду унывать, я просто для начала выброшу эту футболку. И попробую все-таки еще раз. Собственно, в этот раз и не стал слишком сильно заморачиваться над дизайном. Я надеюсь, у меня хотя бы это получится. Что-то хуйня, блядь. Окей, я не буду сегодня спать в этой квартире. Пожалуй, поеду к маме. Вы это слышали? Вы это по-любому слышали, потому что это было пипец как громко. Слушайте, ну, я пытался. Это хотя бы выглядит лучше, чем предыдущее творение, так что... Вообще, я считаю, что это бесполезный лайфхак, потому что сраный отбеливатель воняет так, что к вам не подойдет ни один человек противоположного пола. И вашего пола тоже. Как только ночь настает, поссать меня черт зовет. The next lifehack, bitch. О, это... наверное, мой самый любимый лайфхак. Вы собрались на вечеринку, но ваши носки думают иначе. Просто замаскируйте пробоину в ваших носках, и она станет практически незаметной. То есть, вы понимаете, насколько это гениально? Почему никто об этом раньше не задумывался? Почему я об этом никогда не задумывался? Уж я-то люблю задумываться о всякой херне. Итак, для этого лайфхака нам понадобится один черный маркер. Потому что порванный носок у меня уже есть. Got it. Ну что ж, предположим, хотя что тут предполагать, когда у меня рваный носок. Так вот, все-таки для кого сделаны все эти лайфхаки? Для таких людей, как я. Потому что только у такого человека, как я, возникают такие ситуации, когда нужно воспользоваться лайфхаками от Сливки Шоу. И да, я только что плюнул в камеру, надеюсь, вы не против. В общем, у меня дырка немножко побольше, но я попробую... Чем я занимаюсь? Так, это случайно не перманентный маркер?
Слава богу, я не настолько тупой. Собственно, вот что у меня получилось. Как это выглядит на камере, странно. Если издалека, может быть... Да нет, это пипец как заметно! Вы только посмотрите на это! Но знаете, в крайних случаях, может быть, этот лайфхак как-то поможет. Нет, ни хрена, он не поможет. На вас будут смотреть как на дебила. Если, конечно, на вас и так не смотрят как на дебила, тогда нормально, тогда можно использовать. Следующий лайфхак. Вы решили написать письмо своему другу, но письмо не обычное, а тайное. Нам нужно всего несколько капель его сока и обычная спичка, кончик которой мы туда макнем. Теперь этой прозрачной жидкостью нужно написать секретное сообщение. Получателю нужно будет хорошенько нагреть письмо над пламенем, и текст станет видимым. Таким образом его сможет прочитать только ваш друг. Нет, таким образом. Вероятность того, что я сожгу свою квартиру, повышается на 90%. Но, тем не менее, лайфхак интересный. У меня есть такая бумага. Мне есть лимон. У меня нет спичек, но у меня есть зубочистки. Я надеюсь, не принципиально, что использовать в этом лайфхаке. Но если принципиально, то мне придется поторопиться в жопу, потому что закрытие ближайшего магазина состоится через 15 минут. Зажигаем свечу. Окей. Фак. Твою мать. Вы бы знали, сколько заняло времени у меня написать это письмецо. Но давайте проверим сам лайфхак. Мне уже интересно. Как вы видите, сейчас на листке пусто. Так, мне нужно быть предельно аккуратным, чтобы не спалить свою квартиру. Чувствую... Спокойно. Чувствую себя какой-то гадалкой. Я уже чувствую запах горелого. А текст так еще и не... О, я вижу одну буковку. Из, наверное, штук 30, ну да ладно. Блин, вы должны это видеть. О, вот это магия! Только воняет горелым. Твою мать! Мои шутки про то, что я спалю квартиру, могли сейчас вполне стать не шутками. Вот что у меня вышло. Я делаю качественное видео, загляни на мой канал. Ну что ж, этот лайфхак вполне себе работает. Только единственный нюанс, нужно быть не рукожопом, таким как я. Ну, собственно, настало время для шокирующей правды о коте Куки и Сливки Шоу. На самом деле, канал Сливки Шоу уже давно захвачен правительством. Сценарий к каждому видео пишется лично президентом страны. Они используют кота Куки всего лишь для прикрытия. Что это, блин, сейчас было? На самом деле цель правительства — заставить всех повторять эти лайфхаки. Только что лично я чуть не стал жертвой канала Сливки Шоу. Я пытался повторить данный лайфхак и чуть не спалил свою квартиру. Этого они и добиваются. Окей. Ладно, на самом деле вся правда про Куки и Сливки Шоу заключается в том, что Куки — это кот. Я знаю, шокирует. Ну что поделать. Ладно, ребята, если вам понравилось это видео, думаю, сами знаете. С вами был, как всегда, я, Брайан. До скорой встречи. Пока! Мне так лень идти до камеры, закрывать ее рукой. Вот такая вот ленивая сучка, но я все-таки сделаю это.